Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия, я Вика. Сегодня мы разбираем вот этот вот кардиган. Расчет петель я дам на вот эту модель, в общем, которая представлена именно на модели. В общем, так, что хочу, схему буду прорисовывать по ходу, в конце она будет полностью как бы готова. Значит, что по пряже, рекомендация моя по пряже. Из того, что у меня есть, вот так, я вяжу вот, вот образец, и вот как раз бы я этот жакетик бы вот так вот и видела, именно в такой плотности, в такой 4,5 миллиметра спицы. И у меня здесь одна нить Alize Superlan Antique и две нити Alize Angora Gold, вот в этом вот образце. Да, и в образце у меня, это уже разутюженный, кстати, образец. Сейчас я посчитаю, сколько в 5 петлях. В 5 петлях. Именно лицевой глади, девчонки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 петель в 5 сантиметрах. Значит, что 20 петель в 10 сантиметрах. Это лицевой глади, оно потом стягивается. Так, значит, из чего у нас, это я рекомендации по пряже, как бы, из чего я вижу бюджетную пряжу. Если чуть дороже позволяет, то Милана очень классно получится, но сюда надо что-то, ну, если в одну нить, то легенькие, если хотите потеплее, что-то подмотать, какой-то бы махерчик сюда, кид-махер, может ниточку пустить, либо пухнорки ниточку пустить. В общем, думайте, девчонки. Это так, просто мои рассуждения. Из чего бы его связать, да? В любом случае, любая шерсть, кашемир, альпака, что угодно, оно, конечно, будет круто. Вот Silky Royal тоже было бы неплохо из Silky Royal эту пряжу. Значит, что у нас по узору? У нас, в принципе-то, узор из чего состоит? Одна коса из 8 петель и одна коса из 20 петель. Вот эта вот коса, это... Вот эта большая разделена пополам. Поэтому я буду показывать. Мы будем разбирать как бы вот две косы. А вот это вот у нас. Там на передней детали просто разделена пополам эта большая коса. Только на полочках их две, у молнии идет вот эти две половиночки. Все остальное это большая коса, маленькая коса. И по две изнаночные петли между ними. То есть я вам показываю. Хоть у меня тут и больше всего, я вам показываю вот эту и вот эту вот косу. Значит, первый ряд. Сейчас я довяжу до этой косы. И первый ряд мы провязываем просто по узору. По узору это у нас 8 лицевых, 2 изнаночные. Все косы разделены между собой двумя изнаночными везде. Значит, 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее 2 изнаночные разделительные и 20 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Изнаночный ряд. Круговых рядов у нас здесь нет, поэтому узор по кругу это узор по, как лежат петли. Вот. А изнаночные я сейчас вяжу тоже, как лежат петли. То есть 20 изнаночных, 8 изнаночных. Здесь лицевые, тут показывать нечего. Так, третий ряд. Вот я нарисовала. У нас один переброс в малой косе. Значит, 2 изнаночные. И 4 петли мы перемещаем, меняем местами с двумя. 2 у нас идет за работой. Я вот таким вот образом. Вы можете воспользоваться дополнительной петлей, снять на нее 4 петли и оставить перед работой. Потом провязать вот 2 и потом эти 4.
И остается еще в косе еще 2. Коса вяжется за 2 приема. 2 изнаночные и 20 лицевых. Так, теперь пятый ряд, девчонки. Такой же переброс, но теперь мы продвигаемся дальше. Значит, теперь мы 2 петли провязываем здесь в косе. И следующие меняем. То же самое, 4 оставляю перед работой, 2 петли за работой. Провязываю лицевыми. Две изнаночные и 20 лицевых. Здесь пока ничего не делаем. Так, девчонки, седьмой ряд. В седьмом ряду мы делаем переброс в большой косе. Эту мы просто 8 петель провязываем. Так, седьмой ряд. 2 изнаночные, 8 лицевых. Две изнаночные, 2 петли провязываем. И далее делаем переброс слева направо. 3 петли оставляем на вспомогательной спице, если вам так удобнее. Я так. И 5 петель переносим вправо. Я делаю вот так вот. Раз, два, три. Раз. Два, три, четыре. И 5. Раз. Два. Три. 4, 5 и 3. Раз, два, три. Так, теперь справа налево 5 петель. И здесь 3. Вот они, 3 остаются за работой, 5 остаются перед работой. Вернее, 5 вы снимете, оставите перед работой, потом провяжете вот эти 3, далее 5. Тоже в 2 этапа вяжется коса, и маленькая, и большая, и 2 лицевые у нас остаются. Так, девятый ряд, девчонки, снова маленькую косу мы не трогаем, 8 лицевых петель. Изнаночные. Теперь здесь мы меняем местами оставшиеся 5 петель с оставшимися 2. То есть вот они, 2 лицевые, которые мы оставили, и вот эти же 5 петель, которые мы перебросили в предыдущем лицевом ряду. То есть чтобы у вас, смотрите, следите, чтобы точно были эти 5 петель. Раз, два, три, 5, и эти 2, 6, 7. Внутри у нас сейчас 6 петель находится. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь 5, и эти 2 делаем переброс.
Два. Три. Четыре. Шесть. Семь. Вот. Одиннадцатый ряд. В большой косе мы не делаем ничего. В маленькой мы делаем, как в третьем ряду. Четыре. Меняем местами с двумя. Раз, два, три, четыре и две. Шесть петель и две у нас остаются. Далее две изнаночные и 20 лицевых. Так, 13 ряд. 13 ряд у нас оставшиеся 2 петли мы перебрасываем с этими четырьмя. То есть тоже переброс у нас только в маленькой косе. 2 лицевые и 4 меняем местами с двумя. Все, и следующий еще 15 ряд будет без изменений, и все. И вот он, раппорт узора. На этом узоре, на этих двух косах построен весь вот этот вот кардиган. Далее сейчас я вам сниму размещение, нарисую размещение кос именно на рукаве и на передней задней детали. Передняя задняя идентична, просто это центральная коса. Она будет разделена на две половины, да, и все. Вот. Так. Я довязываю этот ряд и еще один ряд. Просто, вот смотрите, 15-й. Я уже его не буду снимать без изменений. Как первый, они одинаковые. Все, девчонки, далее повторяется все. Чули, теперь по поводу самого кроя. Мудрила я, мудрила, мудрила, мудрила. Мне бы положить так, чтобы вам было в камеру видно хорошо, и еще я могла ставить здесь фотографии, да? Значит, передняя деталь, спинка, на вот эту вот плотность, на эти спицы 4 миллиметра, 3 нитки пряжи, вот как, если соблюдать все точно, как я говорила, то это будет 110 петель на спинку и передняя деталь одинаково, приблизительно это получается 55 сантиметров ширина. Что у нас здесь входит в эти 55 сантиметров и 110 петель? Это кромочная, 2 изнаночные, 8 лицевых, 2 изнаночные, 20 лицевых, 8 и 20 это наши косы из узора, 2 изнаночные, 8 лицевых, 2 изнаночные, 20 лицевых, 2 изнаночные, 8 лицевых, 2 изнаночные, 20 лицевых, 2 изнаночные, 8 лицевых, 2 изнаночные и кромочная. Вот ровно 110 петель. Далее, что у нас получается по выкройке? Я здесь, конечно, нарисовала пройму. Ее там нет, либо там чуть-чуть есть. Вот знаете, как делают по одной петле, петель 5. Небольшой такой скосик. Я бы его рекомендовала сделать. Классическую пройму нет, она здесь не нужна. Там спущенный, хорошо спущенный рукав. Но вот по одной петле, вот такой вот скос, я бы сделала. Может не 5 петель, а вот чтобы закрыть эту косу. Ну тут у нас получается 10 петель. Но там оно уходит, девчонки, прям к этой косе в оригинале. Вот, я же нарисовала и с этой боковушкой, рассчитывая на скос, как бы на пройму, либо вообще не делать.
Но я бы рекомендовала все-таки сделать. Все-таки я всегда склоняюсь. Здесь должна быть выемка и должен быть скос рукава. Там его, я тоже не вижу, кстати, скос рукава. Ой, скос плеча, да. Который бы я сделала просто все петли, которые у меня там есть, по 4 петли. Вот так вот бы сократила постепенно. Классический круглый вырез горловины здесь у нас. Вот. Ну и, соответственно, пройма здесь, да, тоже сделаем. И скос плеча, классический вырез горловины. Значит, что хотела обратить, передняя деталь. Вот все точно так же, 110 петель разделить на 2, это 55 петель у нас на переднюю деталь. 55 петель плюс 3 петли. Что это за 3 петли? Это после, в этом месте это 2 изнаночные и 1 кромочная. Все остальное, вот распределение, точно так же, как и здесь. Вот, кстати, вот если вот эта коса у нас в конце получается. Да, вы знаете, можно сократить прям до вот этой. Вот, вот, вот такой вот сделать как бы скос. Да, он такой будет на пройму. И просто рукав лучше сядет, понимаете, если будет вот это скос, вернее, о боже, что я говорю, вот такая вот пройма небольшая, большую не надо, скос плеча и окат рукава сейчас, о котором я поговорю. Значит, понятно, да, 58 петель на переднюю деталь, одну и вторую, петли распределяем, делим пополам. Здесь коса, вот видите, как вы разделите на полочке вот эту вот косу, так она и уходит. Здесь на правой полочке влево, на левой полочке вправо. Вот коса. Вот чтобы она при соединении молнии была сходилась. Ну, понятно. Что касается рукава. Вот так вот я распределила то, что я вижу. Я там вижу вообще вот так вот. 44 петли. Вот так вот вход в рукав. Давайте мы посмотрим. Начало у нас... Это мало. Вот на мой взгляд, это мало. Что я сделала? Видите? Вот, вот он. Вот. Это ж мало, правильно? Значит, что я сделала? Большая коса посередине. По 2 петли, по 8 петель. Далее снова по 2 петли. И далее я добавила по 10. Это как бы начинается вот эта вот большая следующая коса. Здесь и здесь. То есть по итогу получается 64 петли. И мне кажется, что вот такой вот рукав, начало рукава на 64 петли, как раз вот именно для такого размера, как раз оно будет идеально. Потом ваше право. Либо вы делаете большой, ну, то есть широкий рукав, либо чуть уже. От, ну, это зависит от количества закрытых петель. А как делаем, мой любимый? Закрываем по 3 петли. И получается кругленький равномерный окатик, которого нам вполне достаточно. Вот именно для такой, чтобы был спущенный рукав, небольшая проймочка. И тогда он не будет собираться вот эти вот складки под рукой. Так, теперь воротник, девчонки, двойной там. Воротник у меня есть с мужского кардигана. Все точно так же. Вы можете посмотреть, я оставлю ссылку на видео. Посмотрите. И там есть, как вшить молнию. Именно в такой кардиганчик, как вшить молнию. Это все у меня есть. Я оставлю ссылочку под видео в описании. Вот такой вот мастер-класс. Возможно, к осени я себе его свяжу, потому что он мне нравится. И тогда я уже четко просчитаю размеры. Ну, ориентировочно вот так. Вот на вот этот вот образец такая картина у меня вырисовалась. Вот. Вот, девчонки. А на сегодня все. С вами была Вика, Школа рукоделия. Всем пока-пока.